Те же самые немцы, что мы показывали вам, куртка, более удлиненный вариант для дам. Это пальто. Такое же оснастка, капюшон, плотная пуховая набивочка, из кого прострочка, пух белой утки весь 100% здесь идет. Вьетнам производитель пуха очень большой. Переработка идет по 900 какой-то там новой технологии. Но в этом изделии оно не высокого класса, 20% пера, и перо уже ощущается. Но зато цена, извините, граждане, на нее, дамы, вот такая вот, то есть вещь не можно знаю, использовать. Ничего не ощущается. Можно использовать это самое. Свободный широкий крой садится на любую фигуру. То есть вещь не приталенная, такая нордическая, ближе, скажем, тяготеет к спортивному стилю. Также имеется еще эта удлиненная пальтишка. Не удлиненная пальтишка, скажем, удлиненная модель. Пальто, а, поменьше размера. Да. Оно также имеется у нас еще в черном цвете. В голубом, к сожалению, кончилось. Куртки есть голубые. Есть черные. А пальто, к сожалению, закончилось. Вот, пальто есть черные и бордовые. Черные и бордовые. Вот. Все. Отлично. Следом переходим. Ну, на мой взгляд, куртка очень теплая и не тяжелая. И, кстати, она не продуваемая ветрами, но в ней не потеешь. Я здесь по вьетнамской жаре мерю. Ничего, еще жива.